Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Вышел, наконец-то, камбэк группы Лес Серафим. Песня называется «Изи». И альбом называется «Изи». Я сейчас сначала отреагирую, потом пару слов о продажах, ну и, в принципе, про сам клип. Давайте, без лишних переходов. Я его пропустил, прям сразу не смог отреагировать, потому что был весь день в разъездах. Но вот вернулся сразу же. Перед началом реакции, как обычно, спасибо большое людям, которые меня поддерживают на Boosty. Сайт, который поддерживает мой канал, да. Шура, Антон Балютис, Илья Просин, Горш, Евгений Ерин и Ногури. Что ж, дорогие друзья, давайте, товарищи, я бы даже сказал, товарищи. 3, 2, 1, поехали. Ух, напомню, что трейлер, который был таким, ну, не предрелизом, просто трейлер, был огненный просто. Один из самых крутых трейлеров к релизам, который я когда-либо видел. Что нас ждет в песне, я, честно говоря, не имею ни малейшего понятия. Еще я себя ничего не слышу, потому что уровень звука здесь «Мама, не горюй». Все-таки нужно... Интересно, сильно искаженная флейта, не флейта. Девочки черно раз показывают, в какой они форме. Пока приятная музыка на фоне. Зачем здесь такой автотюн яростный? Это же прихор все еще. Очень странная песня, честно говоря. Окей. Вот это припев, очевидно. Мне нравится «Харяга», симпатичный клип. Но пока не очень в восторге. И что за смертоубийство страшное? Зачем здесь такой аттитюд, реально не понимаю. Я понимаю, что это стилистическая Зачем? Мне почему-то этот трек напоминает некоторые песни XG. Не думал, что такое скажу. Опять же, хорошая харяга, песни, по-моему, не сильно подходят. Чуваки крутые, караулы красивые, с ума сойти. Ух. Окей, я не в таком большом восторге, как мне бы хотелось, честно говоря, особенно после такого зажигательного трейлера. Это неплохая песня, она просто несколько подпорчена некоторыми вещами. Ну, во-первых, она слишком такая расслабительная, но с другой стороны, ладно, песни могут быть разными, да? Кто я такой, чтобы диктовать группе Лес Серафим? Что им нужно писать? У них все-таки достаточно разнообразная дискография, и эта песня сильно выбивается, на мой взгляд. Выбивается просто из их ряда предыдущего, но как-то вот, ну, совсем, знаете, какого-то впечатления сильно на меня она не произвела, к сожалению. Вот плюс местами включал совершенно дебильный автотюн. Он настолько не в кассу. Я знаю девчонок, я слышал их голоса, и там не такие сложные моменты, чтобы не выйти над автотюном. И они какие-то рандомные. Я не то что в большом восторге от автотюна, который, например, дают Stray Kids, но это хотя бы можно как-то обосновать. У них очень энергичные песни, и там автотюн, такая вот искусственность, она этим песням, пожалуй, подходит местами. Опять же, мое личное мнение, они могли обойтись без него, но подходит. Я понимаю, зачем автотюн, хотя, опять же, я против, но, бога ради, в
Set Me Free, да, Ачимина, окей, тоже могу понять. Он там более-менее в кассу. Повторюсь, я бы без него обошелся. Ну ладно. Здесь это просто вайбовая, спокойная такая песня. I make it look easy. И тут внезапно включается автотюн в совершенно неподходящих местах. Нафига. Это очень странно, честно говоря. Давайте слушать еще раз и смотреть. И как-то вот, опять же, начало такое бум. И потом релакс такой. Начало прям эпическое. Трейлер был такой эпический. Сейчас такое начнется. Вы все офигеете. От крутости девчонок, от их мощи. Там такое прям превью было. И вот начало на самом деле неплохое. Такие скрипящие звуки, да, как будто это запись пластинки. Немножко смущает диссонансная флейта, или что бы это ни было. Чего совершенно фееричное. Девочка, конечно, и визуально, и в форме, в которой находится, это караул. Это Юнджин, у нее шикарный голос. Вы что, с ума посходили? Что это такое? То есть, либо это автотюн, либо это какое-то странное... Нет, это автотюн, по-моему, все-таки 100%. И вот это вот... Да, кадры, конечно, тут еще выбрал. Зачем? Это не единственный пример автотюна. Просто некоторые заметны, некоторые чудовищно бросающиеся в глаза. Это довольно много в целом. Приятно, что они поют своим нормальными голосами. Очень красивая. Сакура, конечно, тоже еще с такими клыками. Вот, это приятно слушать. Повторюсь, у Юнджин шикарный голос. Очень нравится ее слушать. Ух, какая хоряга прекрасная, слышите? Но тот факт, что песня вайбовая, сложно. Зачем? 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 Зачем здесь столько автотюна? Это не в кассу. Кадр красивый. Слегка сексуальный. Но, блин, окей, не слегка. Тут все кадры такие. Мама, не горюй. Мышка, уберись, пожалуйста. Есть этот неожиданный автотюн, и не нужно абсолютно, напоминая чем-то вот диссонирующие звуки на фоне. Просто их и так хватает. Тоже красивый переход. Смотрите внимание. Пуп, переход на следующий кадр. На мой взгляд, нужно было дольше держать, опять же, кадр на танцующих девчонках. Это было больше эффект произвело. Слишком часто меняется кадр. Еще на фоне кто-то болтать начинает. Сюнжин такая смелая, да? В таком шортиках очень маленьких, очень коротеньких. Да. Не, к клипу нет вопросов. Серьезно, к девчонкам нет вопросов. К людям, которые придумали пихать этот, прости господи, автотюн, вопросов, честно говоря, довольно много. Это странное решение, я его не поддерживаю. Напишите, что вы думаете. Мне эта песня немножко подпортила. Но в целом, она действительно вайбовая, и она мне, наверное, понравилась больше, чем некоторые... их заглавки. Но я надеюсь, я послушаю обязательно альбом после этого. Отдельно, конечно. И надеюсь, что там найдется что-нибудь эдакое. Что, например, как вот это Ева Психея и Жена Синей Бороды будет таким же мозговыносящим и крутым, как это мне та песня показалась. Вот. Все. Пишите комментарии, как вам песня.
как вам автотюн, как вам девчонки, и вообще, оправдались ли ваши ожидания после такого крутейшего клипа. Мои все-таки нет, но это не то чтобы сильная катастрофа. Всем спасибо, всем пока. До новых, так сказать, встреч. Не забывайте про замечательный сайт, который называется boosty.to. Там дальше слэш, и там дальше Судаков. Это самый лучший способ поддержать мой канал, чтобы мне выходило не то чтобы еще больше видео, чтобы они у меня постоянно выходили на постоянной основе, чтобы у меня темпы не снижались. Все, благодарю моих спонсоров любимых. Get a kiss.